Это Эдмиралс, мы сегодня едем в Штаты, короче, и вся команда, вы видите, уже стоит готовая. Это Жека Зимовский. Это я. Мы очень рады поехать в Штаты, короче. Всем удачи, всем успехов. Nick is coming. Привет. Всем доброе утро. Доброе утро. Повтори, Вань. Доброе утро. Хочу передать привет. Здравствуйте. Я сегодня вам задам несколько вопросов и пример. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, из чего сделано электричество? Второй вопрос. За час создали стекла, если можно было оставить их открытыми. Третий вопрос. А зачем батарейку покупать, если можно старую батарейку зарядить молнией? Ага. Еще. И пятый вопрос. Как вообще в телевизоре и в телефоне можно храниться столько, столько разных игр, YouTube, мультиков? Хороший вопрос. Как ты себя чувствуешь? Оставь, у тебя есть какие-то вопросы? Успокойся. Давай, что нормально. Слава, готов к баку? Артурик. Как кошелек? Кошелек купил? Жать пришел. Что? Я там дольше остаюсь. Вано. Расскажи, что рассказать. Свои впечатления. Все нормально, сейчас сядем в самолет, там поинтереснее будет. Записали какие-то? Вань, не хочешь Мельнику что-нибудь сказать? Бай, Америка! Мельнику, скажи MVP. Пару слов для MVP. Женя, ты слышишь, как Артур говорит? Такой же MVP. Привет! Можно здесь снимать? Вас снимать. Артур? Да. Автобус под номером 2. Приятного полета. Спасибо. Евгений. Спасибо. Номер 2. Hi, Steve. Hi, Sean. This is Bill. John. We are coming. Ваня, ну давай, не знаю, корона. US. А ну что же, что же, да я понял. Чёстко нормально. Фотография, как будто... Я тогда не был в настроении. Садай твой браслет себе. This is Rasta, Rastafari. Чисто мужское, знаешь. Пацаны, через 5 минут Ваня перестает говорить на русском и на румынском. И только на английском начинает. Да он и так. И начинает смеяться уже сразу. Все, он это, уходит, короче. Как себя чувствуешь? Да. Вспомни, как мы говорили сейчас от Петровича. Как выйти от Петровича? Типа, блин, что ему скажем? Может, ставим за аспиранцем. Звоните ему, звоните. Олег Петрович. Чем здесь Красиво. Орел. Да. Так там видишь,
что так сильно? У меня уши закладывают. Синя, как? Я вижу оттуда. Вон, вон наши мои комплекты. А, если не будет, то я буду пацаны, пацаны, вот оно, вот оно. Ну это при взлете. Блин, надо эти было сохранить. Жека с Егором уже там. Даша. What is your feeling? I'm tired. Они тебя не видят. А то мука просто. Две довольные войски. И вот это обалденно, да? Вообще ништяк. Поели вкусный обед. Это как дневник, видите дневник. Здесь было мясо. Что здесь еще было? Салат это, да? И капуста в майонезе, причем в сметане. Водичка была, сок выжатый, апельсиновый. Пирожок. Мама слышит, что ты кушал. Что, Боря, расскажи, тебе понравилось? А? Впечатление. Что бы ты хотел? Чтоб школьные обеды сделали такие. Чтоб в школе то же самое, да, давай? Ну да. Надо договориться с Turkish Airlines, чтобы они... Джек. Готов? К посадке. Да, готов. Боря, так как ты рядом со мной, тебя так и сниму. Только море, что не видно. О, водичка Я вас на Стамбуле. Я вас на Стамбуле. Артурик, понравилось? Скажи, не привыкай, да? Мне не привыкай. Что? Как вам эта ямка, которая там была такая нормальная? Мы так. Зимовский, который ты сейчас? Мы уже приехали. Который ты? Что? Отлично. Первый наш полет начался успехом. Что Зимовский? Что Зимовский? Что, попутал? Что, ушки заложило какие-то, а? Короче, я взял два обеда себе, потому что официантка была очень долго, дала мне два обеда, так что у меня два обеда, еще один обед плюс. Йоу, это Эдмон. Пошли, забрал. Что, прикал? Я покажу, вот, смотри. Серьезно дала два, я говорю, можно сам накрыть? Вот это кагул, да? Ну нет.
Это мы в Кишиневе. Говоришь, Молдову не привезешь этот обед, да? Нормально. Такая вот... Летал бы ты, наверное, Молдову. Не, вот меня немного укачала эта еда, и так сразу легче стал. Не, укачивает, когда взлетаешь. А я помню, да. Я помню, не дали эту еду с салатом, и так нормально. Ты снимаешь, ты что это за... Непрофессионализм. У меня может быть тоже чувство. Ваня, это непрофессионализм. Пока здесь. Смажно. Туркиш Длайс. Помочь? Коля, я ж снимаю, что ты? Ты знаешь, что это аэропорт? Да, я был уже здесь. Да? Да. И как? А что ты имеешь в виду побежать, Коль? А? Спринт, спринт. Сейчас я пойду по дорожке тоже. Смотри, здесь кресло для... Чтоб... Просто. Только там надо заплатить. Что, погнали? Улетает. This is not professional. You need to be focused. Focus. You gotta stay focused, boy. One more time. Say one more time. You gotta stay focused, boy. Здесь походу билетики нужны. Да, да, да. Что, пацаны, готовы? Да. К еще одному отлету. Да, капитан. Я не слышу. Как точно капитан? Капитан мой, капитан. А? А мы сейчас сколько кто... летим? Кто полетит сейчас в Хьюстон? Эй, адмирал с баскетбол академии. Кто полетит сейчас в Хьюстон? Спать, Вов. Да. Что это? Хьюстон? Да. Там это вот, там есть какие-то типа, вот, лагеря, что-то в плане по баскетболу, какие-то вот да, кемпы. Мы будем... У приятеля играет сын, это вот серьезно. Он, я сейчас тоже в Хьюстон там что-то веду, знаю, не могу. Серьезно, у него сборная Украины там играет. Вы откуда? А сколько мы? А, с Молдовы. Ермаки, не знаете? Не-не. Это вот, ну, 16. Нам 18. А ну покажи еще за билет. Так стой. Мы сидим, бля. Вот так вот, мама. Не дергайся, все, все. Я тебя вижу. Скажи, что учительница гордилась мной. Учительница бы мною гордилась. Особенно Катана. Скажи, передай привет Ольге. Ольга, спасибо. На английском, Артур. Thank you. Больше, больше, что-то еще скажи. Thank you, Ольга. For all work what you have done. Yes. Снимай меня. Я не люблю. Я стесняюсь. Да. John, say something, I'm giving up on you. What up, give me some love, baby.
We go in the UN, babe. We in. It's all about we UN. In, boy. Let me first my today. Let. No. У нас тут интернет, у меня PlayStation. Сейчас будем играть. Это MTV Cribs. Звучок слабенький. Ты посмотри на это крылище. Слава. Мы, а прикинь, он сейчас с самолетом. Что, Жек? Алло. Ты позвонил? Ну, так. А, у меня не зависит. Сейчас эта махина взлетит, сейчас там. Подвижный тебе. По-русскому посмотрим. По камере по типа. Знаешь, что типа вчера кто-то высыпался? Да. Нет. Эй, какой? Борь, если есть какой-то фильм про Росомаху? Че? Росомаха начало? Да. Росомаха. Wolverine. Beginning? Сейчас. Нет, просто... Все, на меня зависит. Боря, нет. А как? Черт возьми. Просто написано The Wolverine. Это Росомаха? Да, Росомаха. И все, просто написано Росомаха. Что он делает? Да. Что за зачем? Черт возьми. Еще чуть-чуть, когда поднимется воздух. Слышь, Жек, Коля сказал, что когда поднимется, он даст нам пароль от Wi-Fi. Пароль от Wi-Fi даст. Пароль от Wi-Fi, когда поднимется воздух. Да. Ну как, он написан, по идее, но Коля скажет, типа. Поэтому можно будет, если что, позвонить. У меня, походу, зависит эта фигня. Алло. Алло. Алло, слышишь? Здорово, брат. Знаешь, вот про это надо разговаривать. Борь, стану говорить. Блин, подожди, так у меня завис. А ну, сейчас. Нормально, да? Все, все не будут смотреть, да? Да, мы взлетели. Нельзя снимать, не снимаешь. А что? И что? Что-то бы интереснее, чтобы было. Может, хоббиты. Начинаю смотреть хоббиты. Что за фильм? Росомаха. А у тебя что за? Хоббиты. Хорош. Алик. Да. За твое здоровье. What you gonna do? I'm just drinking coffee. Mister. Что ты снимаешь? Да не, я Вася. Бери камеру!
снимай повороты, когда повороты, так голова же, правда? Привет, на салюте. Лучше? Что, все поели, все поспали? Поспали еще нет, спать же нельзя. Да, осталось 2 часа 30 минут. Сколько мы летим? До окончания полета мы летим уже, получается. Получается так. Много, да? Много. Everyone is tired. Все, уже по-английскому пора начинать говорить. Хватит. Мы на территории Америки. Шарпс, научился играть. А? Научился играть. Скажи Октавиану. Спроси его. Не, Октавиану. А ну сними ты, смотри. Это full effect. Oh, man. This is my menu. I can order what I want. Schnitzel. Да, успокойся. Водка, раки. Скажи. А ну скажи ты, как ты. Вот, блядь. А ну скажи, как ты. Скажи, когда придет 50 грамм, блядь. А что будет, ты? Главное, скоря. Оплечусь. Водку с раками. Бетончик. Бетончик, пожалуйста. Бетончик вызывал. Есть такое. На мужика, пацаны. У нас в Молдове сейчас скажу. Сейчас 12 часов ночи. В Техасе сейчас 4 часа дня. В 6 мы должны быть там. 6:30, нам еще 2,5 часа лететь. Мой Майкл Джексон, которого я слушаю. Алик. Вот Алик ничего не слушает, у меня Мстители. Наушники не работают. Мстители. Да, Мстители? Да, Мстители. Расскажи свои впечатления. Фильм. Просто. Алик. Да. Очень. Все нормально. Очень плохой фильм. Я вам тебе так он скажу. Не понравился, да? Кроме спецэффектов ничего нету в этом. Это наш паёк. Паёк. Наше питание. Паёк. Нечто питание. Я не знал, что будет. Сразу тоже жижу. Рыбки нету, да? А ну сразу сними, как колу покупаю. Берут колу. John, don't do this. Not cool. Мы зовем это... Большим снижением. Птичек... В Хьюстоне. Почти в гнезде. Скажи, птичек спускается как гнезду. Смотри, как видно. Земля здесь. А, да?
смотри, река это, да? Там, да, это река какая-то. Видишь? Аль. Да, да, да. Смотри, как она. О, уши закладывает. Что, пацаны? Момент истины. Переключи на форвард. Нормально. Ну, не прям так. Что? Что это китрос? Дальше? Больше. Ой-ой-ой, сколько там машин под нами. Под нами именно, в микс. Вот, смотри, вот мы на эту полосу входим. Вот, на эту полосу входим. А уже мы проехали тоже сами. Какой? Я там видел. Давай, у меня, у тебя, блин. Это видишь? Смотри, сколько домов. Я... Что это? Смотри, дома. Нет, просто переднюю камеру. Одни и те же дома. Смотри. Я в шоке. Но ты не сам, это сам Хьюстон уже, или нет? Ну, это пригород. Хьюстон вот там. Ну, как я пошевел именно здания, там, вот эти, знаешь. Смотри. Видел, какая-то парковочка. Что там? Да там машины. Смотри, машины. Я... Что, машина? Майя, ну да, я снимаю. Такая парковка маленькая. Я в шоке. Машин мало. Не, они одинакового цвета все. Так реально как будто модель. Ма, пацаны, вы видите? У вас передняя камера, средняя на посадке. Да, передняя. Давай я сниму, ты сажусь. Я уже там самолет прилетел. Где? Езжаю. Нет, это там самолет. Нет. Ты испугался, боишься? Сейчас будет. Второе это, что у нас за сегодняшний день, ребят. Пойдет. Второй случай. Сейчас будет. Готовы? Я не пару капель на сердце. Готов, Ваня? Первый раз было мягче. Что он так резко тормозит? Смотри, все крылья пооткрывал. Он обратно их включил, видишь? Мэн, он что-то не так мягко сел, как да, прошлый. Да, прошлый конкретно, вообще ничего не почувствовали. Ну, прошлый поменьше был, намного. Ну, не прям намного, но меньше было. Да. Да даже намного, смотри, здесь раз, два, три, а там только один был. Именно как класс. Кто-то приземлился. Что, похлопа? Конечно. Так они сейчас, или сейчас? Подожди, сейчас совсем. Так давай. Артурик, заводи. Каково? Артурик, мокрый не будет. А то сфоткай меня, то мне не поверишь, что я был в Хьюстоне. Спасибо. Я хочу его и подарки. Машина! Поставьте камеру сюда. И подарки. Ай, я тебя сейчас видел, я тебя видел. Вкусно. Вкусно, все необычно. Вкусно и полезно. Пьешь и восстанавливаешь. Да, вот смотри, глоточек делаешь такой. Я делаю глоток, я уже падаю. И все, идем. Идем играть в бас. Сверху идем. Не, и можно начинать бежать по взлетной полосе. Запрыгнул.
А как на... Эликсир молодости. Где вот... Моя первая шоколадка в Соединенных Штатах. Во-первых, и то молдавка. И первый, да. А посмотрите, большие машины. Ну, это... А ну, Боря, давай меня с камеры. Только так, чтобы я... мог одной рукой держаться. Давай, снимай! Адмирал! Да ладно! А кто-то нас видит, кроме нас? Это не профессионал! А, блин! Ваня, опять что-то свое словечко! Это не профессионально! Боря, следи за дорогой! А я смотрю, давай, Артур! Эй, потише! Дрим, чё? Воу! Я сжимаю! Давай, Артура, сзади ему там ставим пистон! Стоять! Все, тормози, Кирилл. То, что мы пытаемся сделать. Знаешь, как надо помочь? Командой, развитие людей. Это не соответствует. Эти... эти действия приводят обычно к травме. Это не профессионально плохо. А, вот такой тебя увидели. 300, 360. Подожди, подожди. Смотри, смотри. Он думает, что он... Настасичка, сюда. Расправь ручки. Не, я сама расправлю. Какие-то говоришь, завтра в новостях не будет. В Молдаване приехать. Come on. Come on, do it. This is my phone. Is this? Let me show you one car. Come here. Come here, John. Did you see that one? Come on, not this one. Johnny, this one. It's what I'm talking about. Ваня, few comments. I got some photo with that. It's some like 20 inch maximum. Tell me something. But the school is 5-0. 5-0, бензино. Это просто, но это не... бензино. Нет, это спорт, это этот спорт вариант. Че, тут тоже... Гатарей, гатарей. А ну покажи. Яшика, ну Боря, красненький гатарей. Бутылочку. Да. Че какая? Так. Профессионально. А, тяжелый. Тренируемся. А почему не рисуем? Профессионально напишешь. Какого цвета у тебя? Какого цвета у тебя гатарей? Голубенький. Голубенький? А ну покажи язык. А у тебя Артур? Да, такой. Да давай, что ты? Да у него губы уже видны. У Артура розовенький просто. У меня там пирсинг. 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 У тебя, Влад? Я тоже. Что тоже? Пирсинг. Пирсинг. Покажи язычок. Ничего себе, что на 10 штук? Не, вообще ничего не понимаю. О-о. Поехали. Я не хочу показать. Потому что это стыдно. Ты пил такую водичку? Желтой. А, ну от желтой не красть. Да. Красься? Не так сильно, как от синей или... А я не хочу показывать. Ну, хорошо. Закрывал себе. Наляю. Кушаю, не подаю. Что? Взял уже? Могу быть.
Жек, а ты только прям что ты с одеждой, что угощаешься? А что поделать? Ну, ты держи тебя. Ваня, не крыши. Мама учила. Мама учила. Дают, бери. Дают, бери, бьют, беги, все. Вот по этим принципам он и живет. По этим принципам. Ваня, что я поразила? Да все же все проснулись. Похлопали. Олежка свеженький. Все свеженькие. Вторая комната адмиралов. А что здесь только две? Ну я пока на лопате. И адмирал с номер один. Нифига, что я в трусах. Бородюлька. Это не то время. Это не то время. Ты должен был... А ты уже сделал душ? Да. Сделал. Починил. А ну еще раз, дубль два. Пожалуйста, давай, ты увидишь. Что? Ты футбол не брал, ты входишь. А? Да. На Олимпик где? 3, 2, 1. Адмирал с комната номер один. Оу, изи. Экстра бэд, эльпа. Что, холодно? Нет, горячая. Горячая? Хорошо. И здесь холл. Не знаю, сними что ли. Холл. Всю нашу квартиру, плазму. Весь наш дом, плазму. Мови. Wi-Fi, one-side guest. Вау, вот это тема. Когда посмотрим? Keep closed. И здесь наша кухня. Do not use. А что там? Если написано do not use, значит... Нельзя. Нельзя, нельзя. Мусорка. Теперь сидит. Это... Кухня. Парфейсы сказали, do not use, значит do not use. Да, как спи, нормально. Да. Там, наверное, для стирки. Нам потом объяснят, может быть. Борис, первый раз буду чистить зубы в Америке. Так что можно это заснять, если хочешь. Не буду против. А, закушу, что скрепил. А что, твоя очередь? Да. У меня трапеза, не дома. Я в Америке, как у себя дома. Правда, дома в трусах. Олег, на пробежечку? На пробежечку? Ого!
вообще? Мы пришли будить вас. Что? В 7 часов будем. Ничего себе. Красивенький. Ё-моё. Красиво. So, what do we do next? Вы давайте медля, я. You guys got heard we're getting in really late last night, huh? So why are you up so early? Who woke you up? Come on, who did it? No, Arthur. Our manager says to wake up at 7, but he's asleep now. Yeah, I don't doubt that. I mean, is anybody else? Oh, my God. Oh, братишка из Бессарабки. Воскресная школа. Воскресная школа.
Попробуй сейчас. Я в шоке! Это дверь в нашу комнату! Пожалуйста, простой бутерброд. Утренний такой, чисто на перекус. Арахисное масло. Все как. А где мышка? А вот я не знаю. Вот здесь вот. Вот кирпич. Я уже жалею, что я главный. Я что-то главный. А посмотри, как уже зажались. Я колу выливаю просто так вот нормально. Пацаны, все. Я главный за. Мы настоящий кремень. Пацаны на массе. Мы на массе, пацаны. Я смотрю, ты уже... Ты шутки шутками знаешь, а там не перемах. Да, где этот здесь? Я, ты хватит места. Камеру убрал. Вот я не понимаю, что с ним. Не я, вот. Чур не я. Все. А все остальное не важно. Понятно. Колян сказал, что ты по-моему. Да. Вань. Ты ответственный за посуду. Алик, я дам будем тебе. Кушать. Я ответственный за посуду, Боря. Но я не ответственный за свои действия, которые могут привести к потере одной руки твоей. Да? Потере жизни, может быть, если я... Пацаны, что это будет просто? Потери крови, но это никак. Без этого никак. Мне кажется, если было здесь полно, ты бы все равно скушал. А что там было? Ты видел? А что это такое? Так, что? Что мы знали, да? Конечно, вот если бы там сиденье еще повыше, чтобы можно было шею перерезать, было бы вообще идеально. Так мы там так залегло, тяжело шею. Сколько раз дороги? Главное? Засыпали там, где больше 10 раз. Засыпали. Комментарии излишни. Потом мне будут говорить, почему я это не заснял. Боря, подходи. Hey guys, how you doing? Hey, I'm Troy. I'm Troy. Okay, that's good. Is it what you thought so far? Yeah? Hopefully everybody's been pretty nice to you. Well, I'm excited. I had to do a bunch of interviews today because the Spurs being in the NBA Finals now, we had to do all these television shows, so. So it's going to be a crazy day today, big day. But it's very nice to meet you guys. And Nick tells me a lot about you. Keeps me updated on your progress, and I'm excited to be a part of the Admirals Basketball Academy, and excited to be a part of you guys' lives. I can talk about myself, but probably better if you guys let me give you a chance to ask me whatever questions you want to ask me first. You guys have some thoughts and questions you want to ask me about? You're surprised. Oh, you weren't expecting me to come in today? Yeah. Well, I'll tell you a little bit about me then. I grew up on the East Coast in Virginia. Went to school at the Naval Academy. So I was in the Navy for 6 years. 2 years of active duty. I was a civil engineer. And I have three boys. My oldest is 21.
have a 19-year-old and a 17-year-old. So my two oldest are in college already. One is at University of Texas up in Austin. He's going to be a senior this year, and he's studying advertising. And then my my middle one is a 19-year-old, and he's at the University of Notre Dame in Indiana. And he plays football with the Notre Dame Fighting Irish. Go Irish. Go Irish, there you go. Yeah, go Irish. And my youngest is a 17-year-old, and he's about 6'6 and a half. He's tall and skinny, and he wants to play basketball in college, so he's trying to get into college now. Да, ребят, если кто снимает, сидит спереди. Джей-Зи, понял? Потом поверни сюда, сними нас. Джей-Зи. Едем, короче... Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Едем, короче, в магаз. А, серьезно? В магаз. А пацки серьезные. Да, серьезно настроены. Смотри, что ты снимаешь. В этой местности. Ну да, можешь проезжать, но потом... А он же вообще. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, что это очень не особенно, то есть это очень особенно, это очень необыкновенно, чтобы адмирал даже в Сан-Антонио с кем-то встретился так и провел время. Оно может быть, я просто переживаю, что вы, может быть, думаете, что это нормально, это что-то простое. Стой, давай подкинь. Все нормально, я заснял, пацаны, все нормально. Что на колеса? Серьезно? Пацаны, у меня все всегда схвачено, успокойтесь. Какой колледж нам уезжать через полгода? Ну, свой колледж. Как вам перевязывать? Это крыса. Идем. Черный, передай моим, я тут нормально, окей, завтра в Чикаго иду, там свои. Иду. Ну что ты мешаешь? Я делаю типа я ганс. Смотри, какая там поляна. А где? А здесь что думаешь? Ваня, продолжай, Ваня, он не будет мешать. Не отвлекайся, меня. Расскажи, как ты любишь Мельника там. Нет, я не буду. Я хочу сказать, что мы, как адмирал, сыграли отличный сезон. Достойно, не струсили, появились на каждой игре. Появились. Так я смотрю в камеру, профессионал. Не обязательно смотреть в камеру, потому что она по-любому снимает тебя. Они профессионалы смотрят в камеру, чтобы они были уверены, что их снимают. Чтобы они видели эту красную точку. А я не все равно, я не спотлайт. I'm a thug.
Кто? А вот этот? Что такое? Что ты мне это сказал? Я чародей. Вот опять запах. Бери и подносу. Спасибо. Пожалуйста. Or we can bring it like there. You're watching. You know how I did it, okay? Okay, now I'm gonna put my hand over the knot, okay? And then I'm gonna pull it right here back to the center. Alright? Okay, y'all are gonna say it. Alright, ready? Go Vishul. Guys, this is a hard trick. Everybody together, please. Now. Go Vishul. Alright, and then what we're gonna do. Come on. What we're gonna do, we see the rope again. Give Igor a 1, 2, 3. What are you laughing? Come on, tell us. You think you know how I did it? It's okay. Alright, okay, don't tell me. You put something in. Yeah, I put my wallet in here. Make sure my wallet was here. Yeah. And it's like a кусочек, a piece of rope. Piece of rope. Yes. Brown? No, this is white. No. This is brown. So you think the brown rope is in here? Yes. A piece of brown rope. So somebody comes over here on this side of me and they'll find a brown rope. I'll take my pocket out, okay? No, there's nothing right on this side. It's left pocket. This is left pocket, yes. Yes. But let me think about right. To right, to find. Oh, this one? Yeah. Oh! Yeah. See? Guys, tomorrow I'll see you for breakfast. Okay, we'll tell them another sports story. Is that okay? And then we'll start the Bible story I'd like to share with you. Okay? And how God's changed my life. Okay? Hey, get your hands ready. 1, 2, 3. Go Spurs, go. Thank you. Thank you. Именно игровая на продажу или? О, Паркер играет. У него был травм. Пацаны, давайте ставки. Тони Паркер это бешеный нельзя, да? Да, по-любому, они все дома сидели. Если он даст трёшку, я... Баба, смотри, Кувай, записал. Давай. Ляба? Ляба. Как можно было это? Лёба, не ляба. Ляба, ляба. Вот это красиво. Это кто? Это Льюис? Оооо. You got a dip, try this. For the chip. Thank you. What do you think? Yes. No. She says, oh coach, can I have it to give it to my daughter because right now she's broken. She's got a check in her hand. She's got the money in her hands that same day that he got shot by his gang members, the same day she got the money to get him out of the hood. Same day, Thursday afternoon, I'll never forget. With your permission, may I read this letter that Marty wrote to his mother, the last thing he did in school. May I do that? May I read it to y'all? Is it okay? Can I read it to y'all? This is what Marty wrote. Last thing he did in school. Dear Mom, this week we have studied about the lifelong commitment and 28-hour, he put 28, it's supposed to be 24, 28-hour duty it takes to be a caregiver. We also have identified several dangers infants, toddlers, preschoolers can encounter. Thank you for being a good caregiver in my early years, Marty. She's old, coach. Can I have it? I said, oh, this is hers. This is hers. But I want your permission to make a copy. I want a copy, and I want your permission to tell this story to my other young people. She said, yes.
Joe Manuel was one of the best young quarterbacks. He's going to get killed in, when he's in high school, 15 years old, because he ran around, he wouldn't get out of the gangs. He wouldn't get out of the gangs. Drug deal went bad, and they shot him. This guy right here, this is my classroom at McCullough. The guy in the shirt is the guy we're going to be talking about. The girl in the stripe, a lot of people say, Coach, that's a girl. I said, no, it's not a guy, it's a girl. The person in the striped shirt is a girl, and she was a gang leader in that school. Ralph is going to do something improper in my classroom. I'm going to send him to the office. They're going to send a policeman to my door, and they're going to knock on the door. Yeah, what? Mr. Policeman, come in. He says, Ralph dropped his wallet in your classroom. I went to pick up the wallet. Drugs fell out of the wallet. So now they're going to kick Ralph out of school for 3 days. While Ralph was out of school, he was on top of the car with a semi-automatic weapon, going up and down the streets trying to bully people, scare people. The second time he went down the street, two guys on bicycles came around the corner, pulled out the gun, and they shot him. The gang leader who was driving the car for Ralph got scared, and Ralph rolled off in front of the car, and the gang leader got scared, put on the gas, and ran over Marty. This down here is a newspaper article about it. This right here, one of his friends wrote a poem in honoring Ralph. This is Ralph Vega. I miss my candy. Where's my candy? Oh, thank you. It's okay. Coach? Ready? Pull. I'm not taking Jack. 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 Who's the winner so far? Ready? Who's the winner? Ah, Пол. Шансы не начинает греть. Давай этого я делаю. Артур, сегодня у тебя был спал? Давай, давай. Hey, you ready? Oh, thank you. Thank you. What is the secret of this game? Balance. You need to be smart. You got it. That's right. When you feel it, when he's pulling, go ahead and pull. You feel it going through, it's all right. But at a certain part, then you hold it and go the other way. But you got to stay your balance. You got to feel the way he's. There you go. Nice try. He's getting better. Not that much better. Yeah, but. Now, guys, you understand that I'm an old man, right? And my back hurts. And I beat everybody. Oh, I don't know. I should run. All right, this one, we use muscles. Okay? Или так будет сжимать. Так, тебя будет хватит. Больно, да? Да не, не. Ready? Pull. Good. Oh, okay. Oh, I don't want to hurt my back, okay? All right, so you can do that like, but do it where you don't get hurt, guys, okay? Don't get hurt. All right, now, he's my partner. You get a partner. I know. Okay. Ready? Cool. Hey, yes. Давай, давай. Oh, stop. My bad. So we do one with muscles, and then we do the other one with brains. I just love it. Thank you. This stuff I teach my students, okay? This I can't keep. I'm gonna let you stay here. If somebody gets hurt, I'm in trouble. I need y'all for you all to be in good shape for the tournament. Oh yeah. But that one you can't get hurt. Except for your brain. Five minutes. Thank you. Bye-bye. Надо сегодня к нему подъехать. А, комары, сюжет комары ставить. Анатолий, надо будет к нему зайти, конечно. Комары? Комар? Комары слабые. Борис, я такое кусил вечером. Комары. Жаль. Погорел. На обратной дороге. А я там сижу вообще. Вообще, легально я должен там сидеть. Легально. Легально. Слышал? Давай, собой, Артур. Тебе не стыдно? Камера уже тебя снимает. Обе даун, USA. Снимай. It's emeralds.
ты знаешь, как можешь, нужно снимать? Допустим, ты нашел что-то, и 2-3 секунды да, ты конечно, снимаешь, конечно. Без чтобы того, чтобы... Она могла резать, да. И без того, чтобы рука тряслась. Потом нашел до лего, да, пару секунд. Я и это кадр. Вот у тебя есть кадр, хороший кадр сейчас. А когда ты все снимаешь вот так, у тебя нету кадра. Ага. Привет. Спасибо. Да, Олег хороший кадр. Мы сейчас ждем, да? Мы здесь ждем пока что. Да. Мы здесь ждем. Да, я сделаю еще один дубль. А то... Fine. Не, сказали здесь. All right, guys, I think we all know who our special guest is here tonight. It's David Robinson. David's behalf, we're going to have fun today, get to go do a little shopping spree. So anybody ready to go shop for some Spurs gear? Yeah! Yeah! How about $100 worth? Oh. Woo! All right, well David's got a few words for us too, and then we'll once he wraps up, we'll start shopping. So sit tight and let's give him our attention. Well, I just want to first of all say thanks to Academy. This is a great opportunity for us to really recognize these students. They work hard all year. It's a great encouragement for them. They represent this fine city as well as you could hope. And we're counting on them to be our future leaders. So we're very excited about supporting them today. And I have some special guests you can see in the back from Moldova. They're from the Admirals Basketball Academy, run by Nick. Where's Nick? Nick is their leader, but this is their first time to the United States, so they'll get a chance to come shop today wow. too. Wow. So, so welcome, guys. Great to see you. Also, thank you to the Spurs for lending back up your greatest treasure back up to your Coyote and Silverdale. Let's go shop. Let's go find some good stuff. Подержи для брата, я поснимаю. Это типа кепка вот официально вот была на 2015. Братан, это супер. What up, San Antonio? What's up? Что? Типа, если Сан-Антонио выиграют, то они сразу же в тот же момент открывают все магазины. Все магазины открываются вот эти Academy, чтобы продавать эти, типа, знаешь. Бесплатно? Чтобы продавать, бесплатно продавать. Что продавать? Что продавать? Ну, продавать Spurs вот эти, потому что... Эй, go Spurs, go! Emeralds, go! Yeah! Emeralds, type Edge. А ну, можно мне?
Олег, давай, давай. Олежка, давай, 9 часов вечера. Давай, закрос, давай. Закрос, поставляйся. Да дай жару, Олега. Куда здесь сидеть? Right now, boy. Как ты снимаешь? Шаф. Не, поверни. Go sport. My boys, my boys, let's go. Спорт не подошли, да? This is my car, Texas. I call it Texas. Yes, I love fishing. It's my car. My car. Oh, that's your car? My car. А, здесь не пахнет, да? Егорчик, здорово. They don't know what they want. Hello. Hey, Mike, this is John, and this is how we eat before the game. Why these? All thanks go to Nick. Special thanks. Yeah. You should have shown me ice cream. And we can eat how much we want. Ice cream. The guys before the game. Ralph. Oh man, what is that? This is Dunk of the Danny Green. Over. I was watching live this game. What's up? Go first, go. Камеру выйди. Вань, задай кому-то пару вопросов. Пусть будет именно на адекватный сайт. Здравствуйте. С вами Ион Голохов. Здравствуйте. Можете сказать мне, как этот трип? Нормальный в USA? Как вам? Как кухня этого? Как называется это? Дикий барбекю. Как вам? Как кухня дикий барбекю? Кухня серьезная. На кухне повара. Повара есть. Бронза могла как бы серьезнее будет, как все. Карнация. Посмотрим, что скажет Артур сегодня. Давай. Good. Very good. Если брать, вот, на самом деле, здесь серьезно. Потому что берешь себе водичку. Да, реально. И на шариком там, ну, выпил, например. Ты свою зиму. Вот там на шару, пацаны. Сними меня. Отойди, Жень. Сними меня. Вот это на шару. Сними меня. Мы просто идем, покупаем стакан, идем туда и наливаем все, что хотим. Wow. Чай сладкий, чай не сладкий. Wow. Капучино. Нет, там нет капучино. Наш спрайт. Ну и все такое. Наливаем это. Тонки. Как вам, пацаны, дикий барбекю? Дикий барбекю? Просто супер. Просто пальчики оближешь. Да. Можешь каким-то жестом объяснять свои чувства про эту еду? Мои чувства? Об этом... Чай пить? Артур, что ты поставил? Егор? Да, блин, да что ты? It's good, man. Короче... И Алик, а ты можешь? It's good. It's good? Yeah. Артур? Hey, I got a San Antonio t-shirt. Пацаны, как еда? Супер, просто супер. Как еда? Кола вкусная. Вкусная? Да. Я уже не могу ее пить. Как для реальных пацанов. Владик? Все супер. Владик. 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 То, что доктор прописал. Майк счастливый?
It's all about practice. Not the game. Not the game. И мы заканчивали наш реп. Right. Да, дикий вот этот. But Wilson, man. Watch this. Wilson Indoor Game. Артур, а ну покажи свои кросы на камеру. Evolution. На камеру? На камеру. Запечатлен. А, как у нас? Во, свеги, тонч. Нужно было не Адмиралс, а Хипердан Тим. Братцевый знак. Завтра... Завтра я с Егором с вами. А у Влада зеленый, так что... И с кем еще? Не подойдем, да, купить такие же, чтобы все команды. Ты хочешь такие? Не, не хочу, но я просто... Я бы хотел, но... Почти у всей команды такие... Так это ты говоришь, что нет? It's a sex, man. San Antonio Christian School. Hello, sir. We're here to practice. Взял его в тюрьму. And what are you practicing? At the basketball gym. What's the name of the team? Admirals. But this is a, this is a different Admirals team. Different team. This is a team from all over Eastern Europe. I know about the other team, but I don't know about this team. You can call Brandon. Huh? I just tried to call Brandon. They close on Fridays. Isn't anybody here? Yeah, I spoke with him 5 minutes ago. He wouldn't answer. San Antonio Christian School. Yo. Это школьник, пацаны. Ему 17 лет. All my life. I'll be waiting. Не, так. Мальчик, ты 3 дня не держал. Так, какой-то день я не держал уже. А, ну да, даже больше. Класса не держал. Where we going? А, нет, подожди, когда мы были на поляне? Что мы идем, как будто мы знаем? Ты нас слышал. Давай, что, не помните дорогу? Что, не помните дорогу в Тынашку? Зайки сегодня? А что, они еще учатся? Коля, они еще учатся? Да, до 14. Да нет, парни просто на лето остались. Это wrong way. Кондиционеров нету? Да, внутри. О, смотри, weightlifting. Слабый, да? Что у нас? This is our new ball. It is how you need to stretch out. The lungs. No smoking, no pets, no skateboarding or roller skating. Thank you. Как надо? Thank you. Обратите внимание, как Admiral ведет себя профессионально. Что с залом? Дожили! Дожили! Сверху будет? А что за кольца убитые вообще? Валя, как тебе? Как тебе, Валя? Да они какие-то старые. Давай, проведем тренировку. Цек, 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 цек. Цек. Мэй, Артур, вот ты красавец. Серьезно. And the 2014 draft number one pick, Nick Morad. Oh, his eye, his eye. Давай. Damn! Damn! Ah.
Downtown? Да. Снимай все, что видишь. За наличку, да. Снимай меня и вот то. Пицца. Снимай. Нет водицы из пиццы. Да пицца, нет водицы из пиццы. Ты пицца, нет водицы из пиццы. Не Геннесси двойной. Геннесси двойной XO. Как самолет делал, не двойной XO. Ты что, на улице минус? Ты говорил пацанам, как я просил стюардессу. Двойной XO, бублик. Вот без рак. Кусок теста. Пацаны, ты сюда. Тоня не подошел. Это... Жек, иди сюда. Эй, Тони. Аля, иди сюда. The most that we can be, the most that we can be, the most that we can be. So do what you're gonna do, man. Say what you're gonna say and play who you're gonna play, 'cause it's easy. So do what you're gonna do, man. Say what you're gonna say and play who you're gonna play, 'cause мы идем на уровень ниже. Сейчас все увидим. Мы идем. Для наших смотрящих каждый день. Для смотрящих районов ботаников. Коля сказал, что мы идем на уровень ниже. Значит, профессионализм немножко на уровень ниже. Мы были здесь, будем здесь. С собой. И some yellow cabs right there. Look good. So it's green is white here. That's right, boy. This is green. What's up? West side. It's the best side. This is, we are the best from the west, you know what I'm saying? West side. And like old school. Once again. This boy looks great. Там внутри пацаны не смотрят на меня. Внутри там никто не знает. Я делаю так. Ну. Oh, Riverside. Oh, man. Купание запрещено. И курение. Пить воду запрещается. Man, ну смотришь на воду и хочу пить. Пить? Колу там. Пить? Фанта. Фанта, Фанта Клаус. Аримата. Аримата. This is rapper. Boris. That's right. That's the Spurs fans in the house. Yeah. All right. How about that Danny Green? Didn't he go off last night? Yeah. Danny Green for three. There for we go, three. Danny Green. For three. Faxing in, boy. For three. Parker for three. Close the house. Close it. He closed everything. They got a game. Hey, guess what? I'm a Kobe Bryant fan myself. He's got five. I sure hope Tim gets to the squad. That's right, I said that. I'm a Kobe Bryant fan. Go ask him. Yeah, also, coming from West Germany, not only that, I have to.
man. I serve this beautiful country. I'm United States, Vietnam veteran. I'm a bad man. I bless you guys. Bless you. Go, bless you. Go, Spurs, go. Старичок серьезный. А что? Мне кажется, он на игре был первым в передаче. Джека! Джека! Смотри на ушку. Баку! Баку for 3! Danny Green for 3! Team Duncan close. Close the game. Close the game. Las Canarias! Let's get it, Los Admiral. Okay, we're gonna go to the Alamo. Everything lights up, makes you wanna shout. Everything lights up, makes you wanna shout. This is my crib, my pool. This is my crib, my pool. You like my house? I got a lot of plates, got a lot of room. Здесь вода чище, чем наш, чем мы пьем. Рум. Идет фотосессия. Владик фоткает Борю. Борис недоволен. Ой, Что спать? Ему не жалко, я. Так и буду ходить в Молдову, да? Спасибо за идею, парень. Слышь, Нюка, ты мне не указ. Who got 21? Ты должен это все заснять. I got you. Я сначала подумал, что это 12 такое что-то. Что ты просто меня снимаешь? Big C. Yes, hi, good to see you. Tonight we're talking about A, we're talking about B. Oh, C. B, so let me see if I get it up here, man. You said that you're going to Dallas. Yes, we're going to go to Dallas early in the morning. Ah. We came for the party. We came to stay for the party. Party? You got the party? We got the party, man. Yeah.
Ему понравился мой подход. Да? Что здесь? Все, вот меня в первую очередь. Чтобы мне поверили, что я здесь нахожусь. Кольцо меня такое записало, так как я иду. Давай. Жак, а тебя спас? Все? Откуда 3-2 было 2-2 забили? Нас раз 3-2. Нет, 4-2. 4-2, 4-4. 4-4, было 2-3. Подожди, я сейчас... Я один за 5. Yes! Уже был. Сейчас я покажу пару комбо, пару комбинаций покажу и просто... Давай фатальти сразу. Сейчас. Ты издеваешься? Сейчас. У меня получилось. А что снимать? Другого нечего снимать. Да снимай, где лучше не играть. Я уже заснял. Вот оно. Мясо. Я тебе сказал, что будет. Сейчас. Гайз. Что? Эй, гайз. Что, как ты? Ты провел? Пауза. Колян, привет. Когда вы играли? Да. Да? Когда в бассейне будете, да? Ты что скажешь? Все круто. Я знал, что вы оцените. Да, я тут пацан. Опустили? А можно ниже сделать? Damn! Damn! Вот, baby! Артурик, сними вот это. Сними вот это, давай. Damn! Артур, do your move, there you go. Oh, Tony! Артурик! Oh, do your move, there you go. Oh, yeah. I call this Red Mama Dog. Yeah.